Всем привет! Сегодня поговорим о проекте BitSchool. BitSchool – это уникальная платформа для обучения. Теперь предлагаю поговорить о том, как все устроено. Платформа BitSchool отслеживает действия каждого пользователя, работающего на ней. Тем самым платформа корректирует программу обучения для каждого учащегося с целью более точного понимания материала. Другими словами, если ученик плохо усвоил материал, то платформа автоматически подберет для него материал для понимания. Для учителей платформа полезна тем, что умеет предоставлять им все данные, заполненные учениками. Это дает полный контроль, является ли эта работа самостоятельной и понятой. А также способность анализировать сильные и слабые стороны учащихся. BitSchool становится финансовым привлекательным как для репетиторов, так и для электронного обучения. И это делает BitSchool очень привлекательной бизнес-моделью как в финансовом, так и в маркетинговом плане. Токены BSCH выдаются для обеспечения необходимых начальных денег для разработки и развития BitSchool и будут использоваться в онлайн-транзакциях и покупках на платформе BitSchool. Точнее, BSCH можно использовать для приобретения услуг по обучению или связанных продуктов, или может использоваться для покупки или продления лицензий на продукты и услуги. А также интерактивное веб-решение, которое будет эффективно онлайн-лекциями, которые в основном используются преподавателями. Теперь поговорим о особенностях данного проекта. Ключевыми особенностями платформы BitSchool можно отнести такие понятия, как адаптивная оценка, адаптивный план уроков, адаптивная видеотехника, отслеживание и анализ, система динамической маркировки, углубленное обучение, служба по требованию. Поясню, любой человек может запросить спонтанные микроуроки по конкретным темам или проблемам, когда время как бы рассчитывается поминутно. Система битовых школ, то есть двусторонняя система торгов гарантирует лучшие цены для студентов, так и для преподавателей. Go Green Fund – обеспечение разных возможностей обучения для студентов с низкими доходами по всему миру. Теперь поговорим о самом токене. Данный проект высоко котируется на различных ICO-трекерах. Как мы видим, на ICO Marks была оценка 9 из 10, на ICO Bench 4,7 из 7 и так далее. Сейчас оценки значительно снизились, и на ICO Bench оценка всего 4.0, но это неплохой результат. Soft cap у данного проекта 10 миллионов проданных токенов. Hard cap 375 миллионов проданных токенов. Цена одного токена чуть более чем 1,5 тысячных эфириума. То есть в переводе на доллары на сегодняшний день, 30 июля, soft cap у данного проекта чуть менее миллиона долларов. Hard cap, соответственно, порядка 35 миллионов долларов. Также при покупке сейчас доступны бонусы. Далее поговорим о дорожной карте проекта. Она рассчитана на стратегическую перспективу более чем на год до 2020 года, как мы видим. Дальнейшие пути исследования, я думаю, еще появятся, не зря на них оставили здесь место. Также на сайте доступны white paper и прочая техническая документация. Также вот занимательный момент, что распределение токенов. Здесь вы можете увидеть, сколько отходит команде, всего 8%. Это замечательная сумма. Чем меньше отходит, тем более децентрализованные получается. Меньше людей могут являться китами и, так сказать, влиять на курс данного токена. Здесь на сайте вы можете также ознакомиться с командой проекта и прочитать о каждом участнике, посмотреть его страничку в LinkedIn. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать. Всем спасибо за просмотр. Чтобы подробнее ознакомиться с проектом, переходите по ссылкам в описании. До свидания.